Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, у нас рубрика М0 против М4. Ну, в роли, так сказать, М4-го чувачка, который у нас будет сражаться против пятерых М0-евых. Ребята, как видите, у них все М0, единственное, что у них там М2 модификации есть, это их модули. Там пауки всякие, я не знаю, львы там всякие, тигры, бегемоты, тараканы там. Попугаи, кашалоты, бегемоты. Вот, и сегодня я буду, ребята, против них как бы херачить. Вот, мы будем, ребята, ловить голды. Кто больше всего поймает? Они, соответственно, или я? Я, короче, ребята, не знаю, стрелять мне в них или нет. Посмотрим по ситуации. Если там они меня очень будут жестко тащить, ребята, с самого начала, то есть я у них вообще не смогу голды сжимать, то, соответственно, я их буду херачить. Если нет, то нет. Уже будем считать по обстоятельствам, по битве. Так, давайте уже напишем нашим ребятам го. И мы уже пойдем, ребята, искать золотой ящик. А чё го? А голдик-то будет? Кидай голд! Вася! Вася в разносе, кидай голдик! Ну, голд! Голд! Голд, Вася! Вася! Голдик! Ну! Ну! Голд! Вася, давай, давай, есть, есть. Наконец-таки Вася у нас допонял, что нужно наконец-таки сбросить этот голдик. Пресловутенький. Так, окей. Братва, единственная, опять же, сложность в сие ситуации мне это найти точку выпадения золотого ящика. Потому что карту мы выбрали очень такую масштабную. И, соответственно, на ней будет голдик найти очень довольно-таки проблематично. Но я так думаю, сейчас наши чувачки, как раз-таки М0-евые, они спалят эту всю фигню. Вот, и уже мы с вами пойдем и заберем этот самый голдик, да? Его же никто пока из моих М0-вых братков не видит, да? Не видит же? Оп! Просто жесть, ребята! Просто за это лайк! Я охереваю! Я охереваю, как я его взял! Ребята, тихо-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 
Что они у нас ничего не подозревают. Охереть, в том же самом месте, кстати, ребята, у нас золотой ящик. Так что, ну, я, конечно, ничего не буду говорить, ничего не буду загадывать, но мне почему-то кажется, что я его у нас здесь снова отожму. Вот, потому что я как раз-таки у нас занырял аптечечку. Я, ребята, все сделал для взятия этого голдовского. И просто деточка Е. Ребята, 2-0, да, пока вроде бы у нас нормально идет. Вбить мне, в принципе, их особо не нужно. Они меня, конечно, могут молотить, лупить, но я их бить не буду. Там почти же, да, там почти же, братан, но, к сожалению, нет. Расим, кстати, у нас что-то стоит на одном месте. Я, кстати, даже не знаю, почему. И в итоге сейчас они у нас ловят четвером этот голд, что, конечно же, не есть хорошо, ребята. Это однозначно не есть хорошо, потому что они у нас должны все бороться. Я, кстати, не понимаю, для чего они бьют друг друга. Потому что, ребята, вам нужно играть-то против меня. Ребятулечки вы мои дорогие, вам нужно играть против меня. И если я возьму больше голдов, чем вы за все это время, то вы-то у нас, ребят, проиграете. Вы очень жестко проиграете. Ой, ребятулечки мои дорогие, ой, ребятулечки мои дорогие, 3-0. 3-0, ребята, тем не менее, у нас уже счет идет. Я понял, может быть, мне нужно перестать быть таким жестким. Хотя, в принципе, ребята, это мне сейчас так везет из-за того, что я как раз-таки... голды еще, во. Нахер ты берешь, нахер бьешь? Да, кстати, я не понимаю, зачем они друг друга бьют, потому что у них как раз-таки вся суть заключается в том, чтобы поймать больше голдов, чем я. И если, блин, там из них кто-то поймает голдов или кто-то не поймает... Ах ты падла какая, ах ты падла, ребята, не успею. Просто же не успею, давай, 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 давай. Ах ты, блин, Васёк, где сажал? Ну, здесь я, ребята, сам чисто затупил, видите? Бывает у меня такие моменты, когда я на своем М4-м тупо не нахожу на этой карте голд. Вот это, кстати, ребята, самое как раз-таки вообще опасное в этой рубрике и самое дерьмовое в этой рубрике. Из-за того, что я как раз-таки могу не найти этот золотой ящик. Что, конечно же, не есть хорошо.
Так, я понял. Ребятки, единственное, что я не понял, где у нас будет золотой ящик. Кто-то может мне объяснить, где он будет? Если, в принципе, я эту сучку опять не найду нигде. Если... Боже мой, ребята. Боже мой. Да ёпрсете, сраный Д-Титан! Какого хера ты вообще мне... О, боже мой. Это, ребята, тотальный слив. Это просто тотальный слив из-за того, что мне Титан взял и перегородил путь. Ах ты пиздюк, на, я тебя убью. Взамен того, что ты у меня решил отобрать этот золотой... Блин, кстати, они охереть как грамотно сейчас делают. То есть они меня очень жестко начинают контролить и мешают друг другу. Вот, ладно, давайте. Следующий золотой ящик. И, кстати, я, ребят, походу для себя обуздал и нашел новую тактику, как можно у нас чекать точки. А я, конечно же, это дело не буду говорить, не буду палить нашим участникам опасненьким, которые против меня играют на М0. Но я пока, ребята, взял 3 голда, да? Они пока взяли у нас 2 голда. В итоге у нас уже вроде 5 голдов, да, было сброшено. Я так думаю, ребята, что да. И если честно, мне кажется, что я сейчас должен затащить этот голдик просто на изи, ребята. Просто на изи я этот голд должен взять и мазфака затащить. Ребята, просто взять и затащить. Я просто охерел. Как это так жестко? Блин, ну если бы я, кстати, к ним выехал, они меня развалили. Так, счет уже 3-3. Счет, ребята, 3-3. И это, если честно, не есть хорошо. Это прям вообще никак не есть хорошо, потому что меня начинает эта тема уже напрягать. Я-то думал, что я сейчас вообще на изичах буду отжимать эти голды. Я уже хотел даже нашим ребятам немножечко поддаваться, но не тут-то было. Охереть. Я, мне кажется, сильно ребята именно подсказывал, чего да как им делать, а чего как не делать. И сейчас они меня просто вообще тащат по страшной жести. Так, окей. А где у нас-то ребята катаются, а? Где у нас мои ребятушечки катаются? Я, ребята, понял, где вы катаетесь. Я понял, походу, где у нас будет уже золотой ящичек. Вот, поэтому. Знаете, мы сейчас с вами что сделаем? Мы сейчас с вами возьмем это и вот так вот отожмем у вас. Потому что вот это вам вообще, ребята, не нужно. Вот, все. Дайте этот голдик мне. Так, нормально. Так, в итоге 7, ребята, голдов у нас уже сброшено. Я взял пока 4 голда. По идее, чтоб мне не просрать, мне нужно всего лишь взять один голдик, ребята. Всего один, мать его, голдик. Чтоб я уже не слил М0-вым. Потому что я, если честно, замучился постоянно проигрывать. Вот, потому что... Нет, кстати, я это не замучился постоянно проигрывать, потому что у нас всегда побеждают там нулевые. Почему-то. Так, ой, я там нечаянно совершенно аптечечку. Точнее, не аптечку, а взял... Ах, вы писюны такие. Ах, нихера себе, меня Васёк зажал. Ах ты, Василий, Васёчек. Ах ты, Василий, на тебе, сволочуга такая. На тебе еще раз. Вот. Все, чтоб я тебя не видел вообще на моем пути. Ну, кстати, вот это они грамотно уже начинают делать. То есть у меня даже начинает в какой-то степени немножко пригорать из-за этого всего действия. Потому что они, сучки, начинают объединяться. Начинают объединяться против меня. Ясен хер, ребята, мне это жестко не нравится. У меня от этого начинает жестко пригорать. И это не есть хорошо. Это не есть, ребята, здорово. Так, ладно. Ладно. Давайте я от этих вообще демонов затарюсь куда-нибудь в какое-то место и не буду испытывать судьбу ни их, ни свою. А просто, ребят, возьму и вот так вот сделаю таймаза, фака. Ну это ж как можно сделать, что меня так перетолкать? Все, на последнем голде я их буду херачить. Я серьезно. Меня не запарили, я их на последнем голде буду всех херачить. Я не должен проиграть. Я не хочу проигрывать, ребята, я не хочу. Просто не хочу я здесь всирать и проигрывать. Они у меня отжали уже 5 голдов, ребята. 5 голдов в общей сложности. Я у нас увидел уже, где будет точка выпадения золотого ящика. Надеюсь, что ее увидели, конечно же, не все участники в данном бою. Потому что если ее видят все участники, это не будет хорошо ни в какой степени. Так, давайте, ребятушки. Давайте, мои дорогие ребятулечки. Да нахер.
О, нормально. Нормально, душевненько. Е, бэби. Блин, а вот это-то мне уже начинает нравиться. Вот это, кстати, ребята, круто. Итого, М0-е у нас взяли 5 голдов. И я, М4, ребята, взял у нас тоже 5 голдов. Это на самом деле очень круто, очень здорово. И мне такой расклад, в принципе, вполне устраивает. Так что, ребята, если вам понравился данный выпуск рубрики М0 против М4, то обязательно ставьте, ребят, свои лайки. Также подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Но с вами был Вайдер. И вот эти вот замечательные ребята, которые мне помогали и кидали голды. Это Промульт и, конечно, Вася 228. Им вообще отдельный респектос. Вот, ребята, всем пока-пока.